Страшное ДТП произошло накануне поздно вечером в районе остановки «Уют». Световая опора оказалась прямо внутри машины. Части разбитого «Вольво» разбросаны далеко от места аварии. Водитель и пассажир, семейная пара, погибли на месте до приезда скорой помощи. Водитель 1984 года рождения следовал на автомобиле «Вольво» по улице Комсомольской в сторону Карачевское шоссе в направлении улицы Авиационной и в районе дома 247 по улице Комсомольская не справился с управлением и допустил наезд световую опору. Информация о трагедии быстро разлетелась по соцсетям. Пользователи предполагают, что возможной причиной аварии была бешеная скорость авто. Он летел на скорости больше 130 км в час и вылетел передо мной в полосу, которая левее. Зад машины кинуло, а потом развернуло прямиком на бордюр и в столб. Было ли место нарушению скоростного режима, предстоит выяснить сотрудникам госавтоинспекции.